совершенно недавно завел свой канал на Рутюб, выкладываю видео, вывел его на монету. Ну, монета, что это такое? Монетизация, так называемая. Это ты когда выкладываешь свои видео и за них получаешь денежки с рекламы, которая размещается платформой, а в данном случае Рутюбом, тебе. Но деньги, монетизацию получить можно на Рутюбе, а деньги получить нельзя. С недавних пор Рутюб выкупил «Газпром», объявил о том, что все желающие могут размещать свое видео и получать с этого деньги, зарабатывать и так далее. Для этого нужно, чтобы твои видео посмотрело 5000 человек, 5000 просмотров у тебя было, и будет тебе счастье. Просмотрел большое количество, уже гораздо больше у меня, чем 5000, но даже не вижу, какие деньги я там зарабатываю, чего я там получаю и получаю ли. Поделился тут с одним менеджером «Газпрома», который, ну, работает относительно давно в этой организации. Выслушав всю эту ситуацию, он расхохотался и сказал, что ну-ну-ну, давай там осторожней, не спеши выкладывать все материалы, потому что «Газпром» такая организация, ты можешь своих денежек ждать-ждать и не дождаться никогда. Ну, такое тоже возможно. «Газпром» такая штучка интересная, он себя не обидит. В общем, прям даже, знаете, учитывая то, что некоторые люди уже по 3 месяца находятся в состоянии монетизации, то есть они вышли на монету, подписали партнерку, являются партнерами, продолжают размещать видео, а сколько они приблизительно даже копеек, рублей, денег зарабатывают и заработали ли, они не знают. И то же самое со мной, но я чуть больше месяца. В общем, работаю, не зарабатывая. Это же мы же так любим, наши русские люди, так начать работать, продолжать туда вкладывать, выкладывать все, но не получать отдачу. Ну, надеюсь, через некоторое время все исправится. Мы же живем надеждой, мы же страна надежд. Ладно, посмотрим, что дальше будет.